Минское шоссе – одна из важнейших так называемых вылетных трасс столичного региона и всего западного направления Центральной России. Развязка на 19-м километре должна сильно разгрузить дороги, если не во всем Одинцовском районе, то в значительной его части. Именно поэтому муниципальная власть пристально следит за ходом строительства эстакады в Трехгорке. У нас подрядная организация, которая здесь присутствовала, заверила в том, что до конца года развязка на 19-м километре трассы М1 Беларусь будет завершена. И здесь уже полноценное будет движение транспортных средств и в Одинцово, и из Одинцово, и ограничение движения по Минскому шоссе тоже будет снято, что, соответственно, разгрузит и вылетную магистраль из города Москвы. Вопросы по уточнению окончательной схемы движения, организации выделенных полос для маршрутного транспорта участники совещания договорились решать в рабочем порядке. Проведение благоустройства прилегающей территории намечено уже на следующий год. Несмотря на то, что реконструкция развязки идет в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», Одинцовский район принимает в ней активное участие. Проект ведет правительство Московской области, Минтранспорт Подмосковья. Все, что зависело от нас, от района, мы сделали и всячески помогаем и подрядчику в текущей работе. Общая стоимость реконструкции составляет около 2,5 миллиардов рублей. Генеральным подрядчиком проекта выступает государственное предприятие «Московский областной дорожный центр». Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».